Копаем картошку. Вот, ребята, вы говорите, у нас свой навоз, значит, картошка должна быть хорошая. Вот этот вот участок сейчас выкопали. Вот это вот все картошку нарыли. А вы говорите. И да, меня просили опять показать цыплят. Поближе вот этих вот сереньких. Вот они у меня. Травку кушают от морковки, от свеклы. Да, привет. От какого вот эти вот цыплята петуха? Сейчас покажу. Вот этот вот, который клевачий у нас. Вы его все так вот защищаете же стали. Вот он наш клевачий петух. У меня руки грязные, ему картошку помогаю немного копать, пока дома. И вот этот вот наш петух. Петруча? А, Петруча, помахай лапкой. А, Петруча, я копаю картошку, боюсь, лишь бы он на меня тут не налетел. Ладно, копаем дальше. Дорогие друзья, у нас время вечер. Я еду встречать Ильюшу. Встречу, и мы с ним пойдем в пенсионный. И потом оттуда я пойду на собрание школьное. Сейчас уже будет собрание в 7 классе, это у Светланы. Поэтому вот как-то так идем. Что ты делаешь? Впервые пьешь? За целый день. А сегодня что-то мало родителей на собрании было, да? Стоим, ждем автобус. Наконец-то купили. Покажи. Сойдем. Ананас. Что-то не очень вкусно в этот раз. Иногда такой сок купишь, он вкусный, а этот какой-то прям немножко с горчинкой, да? Ладно, ждем автобус и поедем домой. Свете купили вот такой пенал. У нее нету пенала, потому что... А что тебе он пенал? Он, мне кажется, будет в блёстке оставаться, нет? Да. Смотри, у меня весь палец в блёстках. Ты уже его... Но я его сильно вытерла. Так он у тебя в портфеле тоже будет тереться, так что это... А что внутри там? Ну, по идее, прошит-то нормально. Но мне кажется, ненадолго тебе хватит. Ладно. Все еще ждем автобус, очень холодно на улице. Так, Крепар уже закрытый? Нет. Да. Там все еще открыто. А, ну там аптека открыта. Нет. А смысл туда идти? Там рынок открыт. Какой рынок? Где дяденька не узкий, а будет звук. А, ну все поняла. Ну ладно. Пойду. Да сейчас уже тут достаем. Сейчас должен быть автобус, по идее. Ну ладно, ждем. Тихо. Купили арбуз, разрезаем. Смотрите, какой длинный. И в нем почти нет костей. Вот чуть-чуть совсем косточки, да? Первый раз длинный взяли. Всегда большие круглые берем, самые огромные. Килограмм 19-20. А тут взяли продолговатый. Таких ни разу не брали. Таких не бывает. Самый большой мы брали 17 килограмм. Какое все? Ладно, все, кто кушает, всем приятного аппетита. Мы будем кушать арбузик. Дорогие мои друзья, у нас вечер, и мы сегодня приготовили себе на ужин картошку из свежей домашней, окрошку из свежей домашней картошки, огурцов, колбаска тут, укропчик. Все, кто кушает, всем приятного аппетита, ну а мы будем кушать. Всем доброе утро, мы идем в садик, сегодня у нас сильный ветер, вообще сильный, вот по деревьям даже видно, вы даже слышите, наверное, да? Вообще сильно. Мариночку. Марина, покажи. Одели вот так вот. Шейку ей закрыли. Шапку лучше натянуть на лобик. Все. Ванечка там сегодня плачет. Сегодня Ваня недоволен. Он хотел на руках у мамы ехать, но мама не может на руках его тащить из-за того, что спина болит. Ладно, идем в садик. Все, дорогие друзья, отвели мы ребятишек в садик. Сейчас идем со Светой домой, зашли уже в магазин, купили кофе, вафельки, печеньки, там конфеток немножко. А то думают, что-то вот так вот им надо перекусить и, или чай попить с чем-то, и все позаканчивалось. Поэтому купили.
Илюшка у нас дома до воскресенья будет находиться. В воскресенье поедет домой. Сейчас ему перестирую, бельем привез. Постельное, да что? Надо перестирать. А? Солнышко же выходит. Ну да. Солнышко начинает на выходить. Сегодня у Светы просто будет встреча с одноклассниками. И погода с утра что-то не очень хорошая. Мы надеемся, что будет все хорошо и будет теплая погода. А то Света расстроится. Ладно, идем домой, а то ветер очень сильный. Всем добрый день. Мы с Ильюшкой и с Егором едем в город делать Сбербанк им карточки. А ты что куртку не взял с собой? У нас сегодня ветер такой сильный и очень-очень холодно. Ладно, едем. Илья там деньги себе считает на дорогу. Много насчитал? 23? 25. А, ну тебе на ту сторону хватит. Ладно, идем потихоньку. У нас дождик. Я не застегнулась. Я думала, не такой сильный ветер. Егор, кепку иди возьми. Тебе по времени еще хватит. Давай бегом. Чем быстрее, тем лучше. Ладно, а мы пока идем на остановочку. Все, сходили, сделали Ильюше карточку. Сделали Егорушке карточку. Теперь у них у своей карты есть. К маме они теперь никак не привязаны. А где-то Егор там застрял. И идем сейчас на автобус и едем домой. И мне сегодня надо пораньше ребятишек еще из садика забрать, сказали, потому что там будет красить. Ну, что-то в группе будет красить, чтобы на за выходные высохло. Поэтому надо пораньше забрать. А так, в целом, у нас, ребята, все нормально. Почему видео такие выходят? Ну, потому что некуда. Мы сейчас копаем картошку. Вот дожди нам, правда, мешают, но стараемся копать картошку. Поэтому как-то так. Дорогие друзья, я иду в садик за Ваней и за Мариной. Со мной идет Егор, но он сниматься не хочет. Так что заберемся с Ваней, с Мариной, и Егор потом отведет их домой. А я пойду дальше. Ну, там... Светин класс собрался, вот надо сходить туда, проконтролировать тоже, помочь, может чем-то, не знаю. Туда, короче, пойду, на мероприятие, как бы на мероприятие. Ну, короче, дети собираются просто посидеть, давно не видались. Вот и идем. Правда, погода не очень, но там крыша, по идее, будет закрыта все. Сейчас вот заберу детей и Егорке отдам, и сама пойду. Ладно, идем. Так, ребята, мы уже пришли домой со Светиком. Сейчас будем пить чай горячий, потому что я замерзла. Ну, по крайней мере, я буду пить. Света говорит, не замерзла. Но в целом, что было там? Посидели, уху сварили, супчик на костре. Потом дети сосиски пожарили. Ну, так, посидели, чисто поиграли. Конкурсы немножко для детей сделали. Дети там, учитель сделала. Мы просто были там, присутствовали, помогали где-то что-то. И все. Там у нас, получается, двое родителей было и учитель. И вот ребятишки, весь класс. Ну вот как бы вот так вот посидели. Я замерзла, конечно. Но Света говорит, ну они потому что играли, конкурс там не были. Они не замерзли как бы. Они не сидели так, как мы стояли, сидели или что-то. Они играли. Я сейчас буду чай пить с тортиком. Я сегодня два разных тортика брала. Один к чаю с вареной сгущенкой. Вот такой вот. Ну, вот. В упаковке тут два кусочка осталось мне. И еще с шоколадной тоже брала. Сегодня ребятишкам чисто так перекусить дома. Решила побаловать. Купила тортики. Они довольны были, поели. Сейчас кушают луковые курицы, попросили. Видать, папа сходил, он купил. Ладно. И скоро, да, ребята. У вас очень много вопросов. И я, ну, времени нет. То картошка, то вот школа, то еще что-то. Вот получается так, что вообще нет времени зайти даже проверить комментарии. Прошу извинения, очень сильно прошу извинения. Но сегодня Оля мне помогла. Оленька, тебе огромное спасибо за твой труд. Она мне накидала в личку сообщение. Я отдельно сделаю это видео, поотвечаю на ваши вопросы. Она мне покидала туда вопросы, какие больше всего задают. Поэтому вы оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Пишите дальше вопросы и постараемся вот сделать. Сейчас у меня муж там в коридоре пол равняет, чтобы ДВП ложить. Будем в коридоре ДВП ложить уже, потом заклеим обои и потом уже
Линолеум постелим. Во, все. Я до того замерзла, что-то у меня аж прям руки холодные, как ледышки. Ладно, дорогие друзья, оставайтесь с нами. Всем желаю крепкого здоровья. Берегите себя, берегите своих близких и родных. И всем пока-пока. Муж выравнивает весь пол, чтобы ложить ДВП. Да, меня многие тогда, кстати, исправляли, что это не фанера, а ДВП. Я одно, что фанера, фанера видео. Выровняет и будем потом ложить. Все будем заделывать. Там вот еще замазывать угол надо, все сыпется везде. Маменький. Много тебе еще делать? Вот, все. Все уже? Выровнял? Ну, так, тихонько я съем. Ну, сейчас еще по местам. А вот там вот, где вот это вот у нас яма. Там как будем линолеум и ДВП ложить? Там у нас раньше, ребята, лазейка это была для кошки, когда у нас кошка была. Сейчас кошки нет, лазейку не знаю. Будешь как-то закрывать, нет? Да. Будет закрывать тоже, так что будет все закрыто. Делаем потихоньку дальше ремонт.